мақтаныштары. Қаламыздың мақтаныштары. Бүгінгі біздің жас ұрпақ. Спортсмендеріміз, көшелектеріміз. Спортсмены Экибастуза вновь прославили родной город на международной арене. Чемпионов и призеров чемпионата Азии по таэквондо ITF, который проходил с 19 по 25 августа в индийском городе Бангалор, торжественно встретили родные и близкие. На чемпионате Азии по таэквондо из Казахстана участие приняли 74 спортсмена. Из них 14 ребят из Экибастуза представляли Павлодарскую область. Их подготовили к турниру тренеры Шакилов Азамат Айсулу Каирбаева. Воспитанники нашей школы сумели показать отличный результат. Это их многолетний упорный труд. Возраст участников разный, от 11 до 18 лет. Среди них есть и таэквондист Максим Бедин, который участвовал во взрослом чемпионате. Мы гордимся нашими спортсменами. Приехало более 800 спортсменов с 26 стран. Наши спортсмены 16-17 лет. Заняли большее количество медалей с Павлодарской области. Этот кубок был вручен нам, нашим спортсменам, нашей команде. Также хотелось выразить благодарность нашему руководству области, управлению спорта, отделу спорта города Экибастуза, ДЮСША номер один города Экибастуза, также родителям спортсменов и также спонсорам. Четверо спортсменов вернулись чемпионами Азии, шесть ребят завоевали второе место. И еще четверо таэквондистов заняли третье место. Казахстан в общекомандном зачете расположился на втором месте, уступив лишь родоначальнице таэквондо Северной Кореи. Подготовка была трудной, тяжелой, но я смог с этим справиться. Я был готов морально и физически к этому чемпионату, поэтому он прошел для меня довольно успешно, где я стал чемпионом. В ноябре, кажется, будет Кубок мира в Ташкенте. Я планирую туда поехать и также занять там первое место, как и на чемпионате Азии. Дети наши все молодцы. Тренеру нашему огромная благодарность за тренировки, за достижения, за успехи наших детей. Детям нашим, конечно, большого спортивного будущего на спортивной арене. Только вперед! Алга, Казахстан! С большим достижением спортсменов и тренеров поздравила Жанар Туксамбаева, исполняющая обязанности руководителя отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта акимата города. Азамат Бекболович, вам отдельное спасибо. Благодаря вашему вкладу огромному выросли у нас такие чемпионы. Я верю, я хочу пожелать вам больших успехов. Также хочу сказать, что огромный вклад руководство ДЮСША номер один. Вахит Мергалевич Сизге Кутулсын. Давайте поаплодируем ДЮСША номер один. Спасибо. На этих соревнованиях я заняла второе и третье место. Соревнования были очень сложными, так как соперники серьезные все-таки. Чемпионат Азии не все так легко дается. По спаррингу у меня второе место. В финале проиграла кореянке, провела до этого три боя. Три выиграла. Занимаюсь 10 лет, в общем, этим спортным видом. Благодарю своего тренера и, конечно же, маму и родных всех, тех, кто меня поддерживал. Я чемпион Азии, занял первое место. Занимаюсь тхэквондо уже 5-4 лет. Было сложно, финал был более сложнее, но я выиграл. Главное, первое место в руках у меня.